Зрители мои дорогие, весь YouTube, огромный вам привет! Доброе утро! По крайней мере, в Украине сейчас утро. И первый свой утренний обзор я буду делать на видеоблог Самвела Адамяна. Называется «Тревожный чемоданчик. Что возьмет мама?» Итак, на планетной в квартире у матери. Самвел здесь и задает вопросы маме. Такой эксперимент ставит, конечно же, знает наперед, что мамка еще тот персонаж, и эта тема будет чрезвычайно интересна. Ребят, почитала я комментарии, забегая наперед, сразу же скажу. Мнения зрителей канала Самвела Адамяна разделились кардинально. Одни читаю и пишут зрители: «Ой, ржу не могу! Ржу прямо в голос! Ой, Самвел, ты меня насмешил! Боже мой, как же смешно!» Ой, боже мой! Другие зрители вообще в каком-то пребывают в недоумении, в грустном настроении, в шоковом состоянии. Люди встревожены и пишут, что не дай бог никому, вообще никому на земле не собирать этот тревожный чемоданчик, чтобы не было такой ситуации, чтобы не было такого случая, и люди этого не делали, чтобы вообще в принципе не знали, что это такое тревожный чемоданчик. Свое мнение я выскажу, ребят, конечно же, обязательно. Давайте поговорим про сам видеовлог, что нам наснимал Самвел и показал. «Мама, давай, садись вот здесь». «По-моему, интервью назревает», — подумала я. «Нет, тут прям эксперимент ставится. Действия здесь и сейчас будем наблюдать. Вот если что-то случится, мама, предполагаем. Ничего не происходит, но мы так рисуем себе картину. Нужно собрать тревожный чемоданчик. Ты знаешь, мама, что это такое?» Ребят, бабуся знает, что такое тревожный чемоданчик. Это уже хорошо. Почему я так говорю? Я все надеюсь, как вы мне пишете, что у Васильевны деменция. Но я все надеюсь, что там деменции нет. Я не наблюдаю симптоматики. Есть какие-то нарушения работы головного мозга в связи с сахарным диабетом, потому что сосуды угробились, да, и продолжают дальше приходить такое, можно сказать, негодное состояние из-за сахара. Но деменцию я здесь не вижу. И для себя поставила такую галочку. Я отметила: Васильевна знает даже, что такое тревожный чемоданчик. Правильно все рассказала и объяснила. Так вот, мама, если тебе придется его собирать, что ты возьмешь? Самое необходимое. Не рассказывай, мама, а давай действуй. Покажи нам, пожалуйста, подымайся. У тебя есть всего лишь 5 минут. Нужно за эти 5 минут, говорит Самвел, собрать тревожный чемоданчик. И здесь, девчоночки мои дорогие, я поставлю восклицательный знак. Очень огромный такой большой восклицательный знак. Вообще, не дай бог, конечно, но если что-то вдруг, давайте просто чисто теоретически, да, нарисуем картину, произойдет, то, как я думаю, этот чемоданчик не собирать нужно, потому что времени ни у кого не будет. Он должен быть собран заранее и стоять у вас где-то в прихожей, вот возле двери, чтобы прыгнули в тапки какие-то, в руку этот свой чемоданчик и в дверь сразу, не тратить время. Ну, это такие мысли вслух, мои личные. Так вот, мама, у тебя есть 5 минут, давай собирай. Бабуся быстрее к пеналу побежала, открыла, вижу, достает документы. Окей, думаю, голова работает. Молодец, Васильевна, все правильно делает. И следующий ее шаг был прямой наводкой в гардеробную, в эту кладовочку, где лежат ее вещи. Скарб припрятан. Самвел хохочет. Очень смешно. Говорит, за памперсами пошла. В тревожный чемоданчик памперсы будет собирать. И если бы это было так, то это было бы очень даже правильно. Смешного ничего нет. У человека недержание. И если придется куда-то бежать, ехать, перемещаться, дорога длинная, путь непростой, то, конечно же, эти памперсы, ну, предмет первой необходимости, подумала я. О, ребятки, не тут-то было. Какие там нафиг памперсы?
Про какие памперсы она думает? Не-не-не, памперсы ей не нужны. Коробочку трехэтажную, футлярчик, такой чемоданчик достала быстренько Васильевна. Кошелечек, я думаю, там в кошелечке зелененькие купюры лежат. Денежки, само собой. Конечно же, они пригодятся любому человеку на черный день. Но вот этот вот чемоданчик, ребят, мы же все знаем, что там. Коробочка, шкатулочка, которую Самвел ей подарил, прозрачными стеночками. И там видим. Итак, тревожный чемоданчик Татьяны Васильевны. Бусики, побрякулечки, дешевка, дешевка, бижутерия. Ну и где-то там какие-то проволочки, изделия из золота. Настоящих ювелирных изделий, вот такое вот название, да, сказать, ювелирные изделия, драгоценности, у Васильевны их нет. Ну, дарили зрители, ну, покупал Самвел. Вот это все, как я говорю, ширный трэп. Не ширпотреб, а ширный трэп. Вот эти тоненькие, махонькие, крошечные, там из золота какие-то побрякулечки, сережечки, эти колечки. И в основном циркония, фианит со стекляшками, стеклышки. Кто-то ей там высылал какие-то типа бриллианты. Ребят, ну там какая-то пыль, там какие-то осколки, и это 3 копейки не стоит. Это не та ценность, которую нужно было бы здравомыслящему человеку хватать в свой тревожный чемоданчик. Девочки, а вот у меня и все. Бабуська собралась. Смотрю на нее и думаю, боже мой, Васильевна, а таблетки? Все свои препараты, пакет полный с таблетками, вы почему не берете? Вот буквально до вечера, какой у вас сахар будет, а на следующий день, сутки, двое, я даже не хочу эту фразу произносить, что с человеком будет вообще без препарата. Она об этом не думает. Главное, цацки. Цацки, бусики пластмассовые. Вопрос для Татьяны Васильевны. Такая она кричала, я опытная, я знающая, я умная, я такая сякая, я все могу, била себя кулаками в грудь. Ну такая опытная, я жизнь прожила, я еще вас могу научить. Но почему-то ощущение совсем другое, Васильевна. Вы как будто из племени вот этого тумба-юмба, вот эти из племени, которым очень важно зеркальце и бусики. А то же жопа голая, то никого не интересует. И у вас так же. Памперсы вы не взяли. И что будет с вами через час, два, три, четыре, когда вы, допустим, сядете в какой-то транспорт куда-то уезжать? Что будет с вами без памперсов и прокладок? Таблетки вы не взяли. Ласты можно склеить буквально за сутки, за двое. Об этом мысли у человека не было. О чем она думает? Чем наполнена голова этой женщины? Я вообще не понимаю. Мама, это все, что ты собралась брать? Да. Вот представь, мы сейчас поднимаемся, выходим в дверь и больше никогда в квартиру не вернемся, говорит Самвел. Все, мы уходим, как в последний раз. За нами закрывается дверь, ты не думать не будешь ни о чем, не переживать не будешь ни о чем. Не, ну я вденусь, а пальто надену, все. И здесь, ребята, стоя у порога, у входной двери, в квартире, в прихожей, я прокрутила 2, 3, 4 раза и посмотрела. Потому что тут Васильевна сказала, кота, кота ше возьму, ах, кота. И Самвел начал читать ей такие назидательные увещевания, что в первую очередь надо хватать кота, он же живой, это существо живое, как ты, мама, могла забыть? А я перекрутила, ребята. Посмотрела, посмотрела. Никогда бы она про него не вспомнила, про этого кота. Я так понимаю, да, наукой это не доказано. Но насколько я поняла вообще всю ситуацию,
Самвел ей подсказал. Он снимал, стоял, и он ей подсказал. Я не знаю, каким образом, жестами какими-то, намеками. Но он ей подсказал про кота, про пусика. Однозначно, никогда бы она про него не вспомнила. Помните все, и знаю, что зрители помнят, потому что в комментариях написали про ту собачку, которую не было, да? Никакой угрозы, ни опасности, никаких действий, ничего. Люди просто переезжали. И привязанное животное к человеку привязан, пес был, да, собаку, она просто бросила на произвол судьбы. И рассказывала Самвел, как они уезжали маленькими детьми и плакали, рыдали. И эта собака долго еще бежала по перрону за поездом, догоняла. Я вообще не представляю, в душе ничего не дрогнуло. Как-то сердце не разорвалось на части. Я не понимаю этого. Железобетонная плита. Ой, ребят, эту тему можно очень долго развивать, но именно вот эти поступки про пусика, про эту собаку, я считаю, характеристика полная и красочная. Вот эти поступки для Татьяны Васильевны. Это ее характеристика. Больше и добавить нечего. Ну и несколько кадров еще скажу, конечно же. Звонит зрительница, Самвел снимает, мамка на телефоне. Какая-то зрительница, Светлана, и начинает читать нравоучение Васильевны. Это так смешно и глупо. Ребят, и только сейчас до меня начало доходить. Когда я послушала эту Светлану, я не знаю, кто это за женщина, какая она, да и не хочу знать. Но когда Самвел звук, да, приблизил, чтобы мы хоть что-то услышали, потому что телефон был не на громкой связи. Я услышала, как она увещевание просто в назидательной форме Васильевне рассказывала, вам нужно поставить видеокамеры и в комнате, и в кухне, и в туалете несколько штук, чтобы за вами наблюдать, как вы едите, как вы спите, и что вы делаете. Я только сейчас начала понимать, девчонки, представляете? Ну да, вот так вот. Я почему-то раньше не догоняла абсолютно. Вот живу я своей жизнью, поделюсь с вами. Меня окружают какие-то люди, да? У меня есть соседи, у меня есть родственники, совсем родные, близкие люди, муж, там, дети, внуки, неважно. Есть подруги, очень родные и близкие к сердцу моему. Есть приятельницы, есть просто знакомые люди. И вот это все люди, мое окружение, они абсолютно все нормальные. Ну, нормальные люди, обычные, простые. И я думала, что все такие люди, вот как в моем окружении, что мы все, ну, плюс-минус, нормальные, обычные, думаем приблизительно одинаково, потому что если нам показать черный квадрат, все скажут, что это черный квадрат. Если показать белое поле, белый лист бумаги, все люди скажут, что это белый лист бумаги. И до меня не доходило, что есть столько, как их назвать? Назовите сами в комментариях. Вот этих вот. Вот этих вот. Их так много, таких людей. Во-первых, где они берут телефон Васильевны? Ну где, ребят? Я не представляю, это надо где-то рыть, это надо где-то узнавать, это нужно искать. И зачем вам чужая бабка? Зачем она вам нужна? Зачем вы ей звоните? Что-то там в назидательной форме учите ее? Какие-то аннотации ей читаете? Вы что, вообще ненормальные? У вас есть своя жизнь, живите. Ну, я понимаю, хочется посудачить, поговорить. Вот как нам, допустим, да, обзорщики, есть своя аудитория, есть свой лекторат. Мы общаемся, вы пишите мне в комментариях, я вещаю с ваших экранов. Ну, встреться ты с подругой, ну, с соседкой, ну, обсуди, поговори. А ты видела, а Самвел, а мама, а вот они то, а они то. Ну, пообщались, поржали, посмеялись, разошлись. Каким нужно быть человеком, девочки, я к чему веду? Чтобы на белый лист бумаги говорить, нет, он красный.
Вы ненормальные? Вот таким зрителям я хочу, ну правда, мне очень интересно задать им вопрос. Вы чокнутые? Что с вами не так? Тетке какой-то чужой, бабушке, она звонит и что-то там ей рассказывает. Оно вам надо? Зачем? Девчонки, я честно вам признаюсь, я вообще раньше не понимала, что есть вот такие люди. Это ужас какой-то. Да, мир многогранен. Ребят, напишите комменты, буду с нетерпением ждать. И до скорого обзора. Прощаюсь. До следующего с вами. Пока.